отмечается День детства, и мы делаем свои площадки в зоопарке города Новосибирска. Здесь мастер-классы работают от молодежных центров, игровые активности, как вы можете видеть, творческие мастерские и, конечно же, финал вокального конкурса в «Голосе». Настроение у людей прекрасное. Все пришли подготовленные, несмотря на погоду, что 3 раза начинался дождь за время нашего нахождения здесь. Люди пришли с зонтиками и в плащах, в дождевиках. В общем, все были готовы встретить этот праздник в хорошем настроении.